Здравствуйте, меня зовут Александра Головина, и сегодня я бы хотела показать вам очень интересный урок. Будем рисовать с вами пейзаж сухой пастелью, такой необычный сюжет, красивое небо против света, такое контровое освещение и отражение в реке. На первый взгляд это достаточно сложный сюжет, но мы разберемся с вами пошагово, как изобразить такое интересное светящееся небо, облака, как работать с водой и как изображать отражение. Я думаю, вам будет очень интересно, мне очень нравится этот сюжет. Я желаю вам удачи, думаю, что все получится. Это все будет в контровом свете, достаточно темным будет. Здесь у нас берег. Здесь у нас еще один берег. Вот это мы и хотим передать в своей работе. Всю красоту небесную. Смотрим, где белого побольше, где поменьше. Здесь у нас она достаточно прозрачная, тоненькая. Поэтому у нас здесь более светлое место. Сейчас нужно добавить вот этих проблесков, что оно вот все-таки у нас не такое уж и монотонное. Повисло. Как шапка. И попробуем так вот наметить. Как видите, форма облака уже вся потерялась. Как видите, сначала мы задавали вертикальные движения. Это отражение. Ну вот так вот мы закончим с отражением в воде. Главное, чтобы оно было темнее. Мы задали такую рябь.